еще со школьных времен для всех нас слово «химия» и сам этот предмет ассоциируется с чем-то сложным и непонятным. А что если мы скажем, что весь мир вокруг нас – это химия? Да неужели? И какие примеры можно привести, скажете вы? И ответ удивит вас. Все ваши вещи и новомодные гаджеты, и продукты питания – все это современные достижения химии. Ведь химия – одна из важнейших и обширных областей естествознания, изучающая состав и строение веществ, их свойства. Химия – это наука, способная обеспечить прогресс не только самой химической отрасли, но и всей экономики страны. А технологические основы современных производств излагает химическая технология. Химическая промышленность – это открытые двери в прибыльную, высокотехнологичную и развивающуюся отрасль. Факультет машиностроения, экологии и химических технологий готовит специалистов-технологов по направлению химические технологии и инженерии, которые могут решать любые задачи в области производства строительных и огнеупорных материалов, искусственных и синтетических топлив, полимерных материалов, альтернативной энергетики и другие. Выпускники получают квалификацию химико-технолога и могут работать на химических, нефти- и газоперерабатывающих предприятиях, занимая руководящие должности инженеров-технологов, инженеров-исследователей и технического менеджмента. Конечно, подготовка настоящего химико-технолога – это не только теоретические занятия и многочасовые поиски литературы, но и увлекательные эксперименты, которые вы будете проводить лично на протяжении всех лет обучения. Государственное финансирование позволило оборудовать химические лаборатории университета новейшим современным оборудованием, которое поможет вам обретать новые навыки или даже совершать свои собственные открытия. Университет делает все для того, чтобы наши студенты могли получить профессиональное образование, а их жизнь была полна интересными и увлекательными событиями. Наши студенты имеют возможность проходить стажировку за границей в ведущих вузах Европы. А с 2016 года впервые в ДонНТУ внедряется программа двойных магистерских дипломов в рамках международного проекта Tempus Racine, который предусматривает возможность магистрам-химикам-технологам получить одновременно дипломы магистра в ДонНТУ и университета Коруна, город Коруна, Испания. Для обучения по специальности химические технологии и инженерия вам необходимо подготовиться для сдачи внешнего независимого оценивания по следующим предметам. Украинский язык и химия – обязательные дисциплины, и география, биология или математика по выбору. Мы ждем талантливых, одаренных и дерзких молодых людей, жаждущих принести пользу своей стране и максимально реализовать себя в современном мире.